Прежде чем продолжить писать код нашего приложения, нам надо в проект добавить одну зависимость, одну dependency. Итак, вот у нас сайт наших коктейлей, база данных. И как мы уже договорились, мы должны вытягивать не только какую-то информацию, какой-то текст, но и изображение. И для того, чтобы вытягивать из интернета изображение, нам надо добавить библиотеку Picasso. Для этого можно погуглить. То есть напишем добавить Picasso в Android Studio. Давайте погуглим. Но опять, если вы гуглите, тут вам дается куча, да, ссылок, где куда-то надо переходить, что-то искать, вычитывать. И так далее. Вот. Тут не всегда может быть актуальная информация и так далее. Поэтому я вам, как всегда, в последнее время советую воспользоваться чатом GPT. Итак, если вы не зарегистрированы, зарегистрируйтесь. И сюда вот вставляем тот же запрос. Только давайте впереди добавим слово «как». Как добавить Picasso в Android Studio. Жмем Enter и получаем готовый ответ. И видим, да, тут сразу есть объяснение. Это библиотека для загрузки и отображения изображений в приложении Android. Ну, что, собственно, нам и надо. Итак, тут сразу идет объяснение, что нам надо сделать. Так, в общем, проделайте те же шаги, почитайте. И первое, что надо сделать, это в файл build.gradle добавить вот этот вот код. Но нам не надо его весь копировать, то есть вот это слово dependency и скобочки не надо. Мы скопируем только вот эту строку. Копируем. Возвращаемся в Android Studio. Открываем build.gradle. Так, только не вот это project, а модуль app. То есть второй файлик открываем. Прокручиваем его в самый низ, где вот этот блок dependency. Видим, да, тут dependency и эти же скобочки. Как я сказал, их копировать не надо. А нам надо сюда вставить только вот это. Implementation.com square up Picasso Picasso 2.71.828. После этого жмем Sync Now. И ждем, пока проект синхронизируется. Так, у меня это уже все готово, произошло. После этого этот файл можем закрыть. И давайте перейдем теперь в файл Cocktail Adapter Java. И вот тут давайте попробуем написать Picasso. И видим, да, у нас уже есть всплывающая подставка, подсказка. То есть мы все реализовали правильно. Вот, и у нас все работает. Так, ну и дальше видим, да, тут импортируется там, где надо. Происходит импорт. Давайте поднимемся, посмотрим. Вот, если мы добавляем Picasso, импортируется у нас код. И для выгрузки изображений из интернета, видим, нам надо прописать вот такой вот код. И вот сюда вставить надо адрес нашего рисунка. То есть в нашем случае мы будем вставлять... Сейчас, секунду. Так, открываем, получаем JSON формат. JSON форматер. Так, я думаю, вы уже поняли, какие действия я проделал. То есть в нашем случае мы сюда будем вставлять вот этот вот код. Вот у нас адрес рисунка, да? Так. Вот так вот. Мы его будем копировать и вставлять вот сюда. Вот. И таким образом мы будем получать ссылку на вот этот вот рисунок. Так, ну все это мы будем продолжить,
Мы уже сделаем в следующих видео. А сегодня у нас такое получилось небольшое видео. Мы вставили всего лишь одну строчку кода. Ну, я думаю, вы получили много полезной информации. Поэтому добавьте эту строчку кода, зарегистрируйтесь в чате GPT. Ну и если вам интересно про библиотеку Пикассо, почитайте про нее, узнайте еще какую-то информацию. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.